Кукольный этюд, как выражение своих талантов. Во Дворце культуры «Арктика» начал свою работу необычный театр. Стать актером нового творческого коллектива может любой желающий, вне зависимости от возраста. Чем занимаются талантливые кукловоды, расскажет Василий Хатанзейский. Палец вверх тяни, чтобы у тебя тык не клювом поднимался. Юный кукловод Ильдар под чутким руководством художественного руководителя осваивает азы управления собой. Молодой человек посетил уже не одну репетицию, где получил основные знания о кукольном виде искусства. Действие в том, что ты должен повести идеально куклу, чтобы она выглядела и красиво, и играла хорошо, и голос совпадал с движениями. Кукольный театр – достаточно сложный вид искусства. Основная цель постановок – передать эмоции и донести до зрителя мысли всего происходящего через куклу. Артистов изначально учат делать свои этюды, что достаточно трудно. Здесь еще нужно, во-первых, не только там сразу, тебе сразу же не дают сценарий, там то, что ты должен сделать. Ты хотя бы должен свое немного что-нибудь придумать, свое добавить там и придумать это прям, чтобы все совпало прям. Прям было то, что как изюминка на торте, можно так сказать. Вместе с Ильдаром кукольный театр посещают и ребята постарше. Вероника Слезкина в творческий коллектив пошла заниматься целенаправленно. Уже не первый год она посещает разные кружки. Мне нравится то, что здесь можно показать свою индивидуальность, свое воображение. Вот. И то, что в будущем можно работать по этой профессии. И это очень хорошо. Именно с творчеством Вероника хочет связать свою жизнь. В будущем молодая девушка хочет стать актрисой кино. Участие в кукольном театре для нее небольшой шаг к своей мечте. Это развивает воображение. Конечно, моторику, потому что кукольный театр. И индивидуальность. Потому что каждый играет свою роль. Сейчас молодые артисты учат основы театральных постановок. Помимо этого, ребят также учат справляться со страхом публичных выступлений. Во-первых, например, на выступлениях мы должны не бояться публики. Это раз. Во-вторых, нас учат общаться со всеми, никого не стесняться и быть активными. В театральном кружке занимаются более 10 талантливых ребят. Курируют их и обучают мастерству Алена Стекова. Занимаются детки разных возрастов, но на самом деле у нас может стать артистом каждый. И это могут быть и взрослые, и дети любых возрастов. От 7 лет мы принимаем свой коллектив. В планах у кукловодов большие и интересные постановки. Если у вас есть желание поступить в коллектив, более подробную информацию о творческом кружке можно узнать на официальной странице Дворца культуры «Арктика» в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».